В Красноярском художественном музее имени Сурикова проходит масштабное культурное событие – Всероссийская научно-практическая конференция «Суриковские чтения». В этом году тема чтений – картина с сильным характером. Их приурочили к 125-летию написания одной из самых известных картин Василия Сурикова – «Взятие снежного городка». Обсудить творчество красноярского мастера съехались представители ведущих музеев России, Государственного русского музея, Третьяковской галереи и многих других. Открыли конференции министр культуры Красноярского края Елена Мироненко и заместитель председателя законодательного собрания Алексей Клешко. Они пожелали участникам плодотворной работы и отметили, что гений настоящего мастера неиссякаем. Его творчество актуально во все времена. Также во время торжественной церемонии прошла презентация книг, которые подготовили сотрудники музея. Специально к этому дню напечатали сборники докладов с предыдущих конференций, а также подарочный альбом «Картина с сильным характером». После чего участники представили свои доклады. Суриковские чтения продлятся 2 дня. В очередной раз мы по-особенному сможем раскрыть творчество Василия Ивановича, который являлся большим патриотом Сибири и по-настоящему во всех своих полотнах отражал ту самобытность, тот яркий дух, который хотелось бы и нам тоже передать. Поэтому я рассчитываю на то, что конференция будет плодотворной, что суриковские чтения пройдут с успехом, и самое главное, что они принесут пользу для дальнейших исследований жизни и творчества великого мастера.